Я до сих пор не могу поверить, что я переплыл из... Вода. Под утро задул западный ветер такой свеженький, свежачок, так сказать, развел волну. Вот. До повсеместных белых барашек дело не дошло, но где-то там в темноте там, значит, было такое, да, слышно было. Вот. Есть такое, ну как на американских горках. Покатался. Вот. Ну поработал так, чтобы на курсе остаться. Ну так, я вам хочу сказать. Он еще его немного качает. Так, прям, знаете. Ночь перестала быть томной, да? Вот, ну в общем так, это нормально. Но сейчас, по прогнозу, он должен стихнуть. Вот с минуты на минуту. Ну, а вместе с ним и волна быстро уляжется. Здесь на Иссык-Куле так. Вот, мы с вами не в океане. Ну, в общем, учитывая, что все-таки вокруг темнота, да? Темно, я один. Но это хорошо, это трудовой. Это трудовой поход такой. По-настоящему, да, по-серьезному. Вот, ну в кокпите немножко вода есть. А, через нос захлестывало, ну чуть-чуть. Совсем немного. Вот. Так что, ребятки, вот такие вот дела. Ребят, мы добрались до рассвета. Да. Добрались до рассвета. Ветер западный немножко стих. А потом опять задул. Такой, знаете, свежачок. Свежачок. Вот, волны большие, но пологие. И когда ты вот между гребней оказываешься, то иногда даже вот огни на горизонте исчезают. Вот, ну, такие, знаете, ну, так, по-серьезному, да, так вот, хорошо, например. Я же говорю, как на американских горках. Рассвет наступает, но солнышко вот не видно, там тучи, все заложено. Ну, штормовое же передали. Сегодня тут с обеда начнет. Ну, вот как бы вот до обеда вроде должна продержаться погода. Хотя, честно говоря, по факту, я не особо-то и вижу, чтобы она продержалась.
общем, ребята, ветер не унимается. Ветер не унимается. Вот, и было принято мною решение встать на якорь на стационарный. Тут глубина небольшая, и я тут недалеко от берега. Я почти у финиша, ребята, понимаете. И ветер такой, знаете, ну свежачок такой дует, дует. И волна такая пологая, вот. Вот такая пологая, вот. Ну такая, знаете, так, ну в общем, короче, американские горки. Из лодки воду вычерпал. Тут в лодку, в кокпит попала вода. Вот, встал на якорь. Попил чаек, ну, вычерпал воду, и вот сейчас вот думаю, что делать дальше. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас, может быть, уже и, еще и дождь будет. Смотришь прогнозы, они вообще не совпадают с реальностью. Вообще абсолютно. То есть, как бы, блин, такая вот эта ерунда все. Все эти прогнозы разные причем. Вот, ну вот по факту вот как-то так вот, вот видите, штормует, так сказать, вот, качает, качает, ребята, из Сыкуль, да, это мощь, это когда солнышко светит, он такой ласковый, нежный такой вот, а вот как только вот нахмурит брови, ну я-то, в общем-то, и знал, ну, в общем, по факту. На бортовых часах я практически подошел к финишу. Вот куда выдвинулась моя мобильная группа поддержки. Вот уже дорогу видно, как свои пять пальцев, машина на ней. Вот, в общем, фактически учебно-тренировочный поход завершился, но не совсем. Почему не совсем? Потому что предстоит подойти к берегу, а там, значит, из-за вот этих вот волн, там все бурлит, там все кипит. Поэтому заранее хочу убрать всю электронику по гермомешкам, по контейнерам, чтобы ее не намочить. Вот, поэтому как бы такой промежуточный итог. Ну, для тех, кому это интересно, ребят. Вот, вчера, накануне, в 19.05 или во сколько, ну, в 19.10 я вышел в Чолпанате, отошел от берега, и вот сейчас, вот в вышеуказанное время, я подошел к акватории населенного пункта Чоктал. Таким образом, я преодолел, если по геометрической прямой, 28 километров, но на самом деле, с учетом дрейфа, с учетом там и других факторов, там, конечно же, будет за 30-ку наверняка. Но это я потом посмотрю. Вот, навигатор, вот этот трекер этот. И, в общем-то, будут точные данные, конечно же. Вот, ну, в общем... Лодка ляля моя, да, она вот просто вот как бы, фу, чтобы не сглазить, ну прям вот, вот, вот великолепно, да, вот, шикарно станцевала свой изящный танец на волнах, вот волны в конце уже, так сказать, похода дали о себе знать, и ветер тоже, и в общем-то пришлось, ну, попахать. По-настоящему, это был трудовой, трудовой поход. Не просто там, знаете, во время штиля, как говорится, по глади, так сказать, пруда пройтись, а тут вот прям вот и сейчас вот,
Ну, в общем, по-настоящему все. Ребят, я просто хочу сказать, что, в общем, я доволен этим походом. Более даже чем. И хотел бы отметить, что на самом деле нет ничего невозможного. Все, наверное, зависит от степени, так сказать, вашего желания и мотивации, в конце концов. Вот. Если есть огромное желание, то можно многое что сделать, о чем вы раньше даже и, скажем так, и не подозревали. То есть не думали, что, допустим, у вас там получится, или у вас есть силы на ту, на те или иные вещи. На самом деле многое можно что сделать. Как я уже и сказал, главное было бы желание, да. Вот, ну, более подробно, может быть, чуть позже. Как всегда, все это нужно осмыслить, переосмыслить. Устранить кое-какие недостатки по навигационному огню, которые выявились в процессе волнения, в процессе шторма. Вот, ну, и там некоторые другие вещи. А так, в общем, все замечательно. И я очень рад, что вы были со мной в этом плавании. Виртуально, скажем так, да. Вот, ну и впереди, я уверен, я убежден, нас ждет самый захватывающий, самый фантастический этап этого проекта. Это тот поход, благодаря которому я, возможно, смогу пересечь Иссык-Куль в районе Черкпыльты, Кешкёля и вот на южную ту сторону. Это будет что-то невероятное. Ну а сейчас, ребят, укомплектовать лодку, принять горячий душ, покушать, ну и, разумеется, поспать. Всего вам самого-самого хорошего. Я прошу только об одном, чтобы озеро меня пустило к себе и отпустило. Ну а там как получится.